о знаках равноденствия и солнцестояния, устойчивых и двойственных знаках. После объяснения всех этих вопросов следующей темой для рассмотрения будет естественный характер самих знаков зодиака, сложившийся согласно традиционным представлениям. Хотя каждое из их более общих свойств аналогично временам года, которые происходят в них, определенные особые качества зависят от родства с Солнцем, Луной и другими планетами, о чем мы будем говорить далее, оказывая особое внимание чистым воздействиям самих знаков, рассматривая их как с абсолютной точки зрения, так и относительно друг друга. Прежде всего следует различать так называемые знаки равноденствия, солнцестояния, а также устойчивые и двойственные знаки. Существует два знака солнцестояния, первые 30 градусов от точки летнего солнцестояния принадлежат знаку Рака, а от точки зимнего солнцестояния, знаку Козерога, они получили такое название на основании того, что происходит в них самих. Ибо Солнце делает поворот в начале этих знаков и его широта начинает изменяться в противоположную сторону, что приводит к наступлению лета в Раке и зимы в Козероге. Два знака носят название знаков равноденствия, один из них, Овен, следует за точкой весеннего, другой Весы, осеннего равноденствия, они также получили название из-за происходящего в них, поскольку нахождение Солнца в начале этих знаков характеризуется равной продолжительностью дня и ночи. Из оставшихся 8 знаков, 4 называются устойчивыми, а другие 4 – двойственными. К устойчивым знакам, Телец, Лев, Скорпион, Водолей, относятся такие, которые следуют за знаками солнцестояния и равноденствия. Они называются подобным образом ввиду того, что при нахождении в них солнца, влага, тепло, сухость и холод времен года, берущих начало в предыдущем знаке, оказывают на нас более устойчивое влияние не по причине большей степени естественной выраженности погоды в это время, а из-за нашей большей открытости и мы, следовательно, большей восприимчивости к их воздействию. Двойственными знаками, близнецы, дева, стрелец, рыбы, являются те, что следуют за устойчивыми, они называются подобным образом по причине их нахождения между постоянными знаками и знаками равноденствия и солнцестояния. Пребывая в конце одних и начале других, они несут в себе естественные свойства двух состояний погоды.